Парту героя в честь участника спецоперации Егора Комарова открыли в новом корпусе лицея номер 7. Акция проходит в рамках проекта «Единой России. Историческая память». Мы хотим увековечить память в нашем здании, в здании родного для Егора учреждения. Я уверена, что на его месте поступил бы так каждый. Егор был всегда отважным, смелым молодым человеком, который всегда был готов прийти на помощь. В школьные годы он, не задумываясь, пришел на помощь ребенку, провалившемуся под лед на реке Клязьма. Героями не рождаются, героями становятся. И пример жизни Егора – это пример, на кого равняться нашей молодежи. На парте фотография, а также история подвига Егора Комарова. Он пошел на фронт добровольцем. Командир разведывательного отделения героически погиб в бою за город Артемовск 20 декабря 2022 года, прикрывая своих подчиненных от атаки солдат противника. Раненый в ногу, он приказал своим товарищам оставить его на позиции и забрать раненых, а сам в одиночку отстреливался до последнего патрона. Когда они закончились, Егор принял волевое решение подорвать себя гранатой вместе с врагом ради спасения однополчан. Посмертно награжден орденом мужества. Девочки и мальчики будут знать, что действия наших военных, которые защищают сегодня Родину, они не проходят незаметными. Что не только родные, близкие, друзья их помнят, но и те, где сейчас учатся новое поколение. Это увековечивание нашей истории, так скажем. Да. То есть, что, да, чтобы ребята не только на слуху, но и наглядно могли видеть, да, и знать своих героев. Теперь его имя на школьной парте, как вечный образ героя, на которого нужно равняться. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.